Мошенники, которые представляются сотрудниками Центрального банка России, усовершенствовали схему обмана. Они отправляют электронные письма гражданам и приглашают на личный прием в Центробанк. В сообщениях есть обращение по имени и отчеству, указано время приема и настоящий адрес Банка России в том регионе, в котором живет получатель. Чтобы убедить гражданина, что сообщение пришло непосредственно от Банка России, мошенники используют специальное техническое средство и подменяют адрес отправителя на настоящий доменный адрес Банка России, тем самым пробуждая у получателя данного сообщения такое максимальное доверие. Персональное приглашение на личный прием – только один из поводов вывести человека на доверительный диалог. После этого аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами узнать данные его банковской карты, СМС-код или побудить перевести деньги на счета мошенников. Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 800 300 3000. Для звонков с мобильного короткий номер 300. Сотрудники Банка России по своей инициативе никогда не звонят гражданам, не присылают приглашения на личные встречи, не запрашивают никаких конфиденциальных личных либо банковских данных, не присылают копии каких-либо документов и не предлагают совершать какие-либо операции. По любым банковским вопросам позвоните в свой банк по номеру телефона, который указан на оборотной стороне карты или на сайте банка. Информацию о распространенных схемах финансового мошенничества и о том, как от них защититься, можно найти в специальном разделе на официальном сайте Банка России, а также на просветительском портале «Финансовая культура».